Как его научиться делать? Перевернуть его за счет того, что вы дергаете его рукой. Это же правило движения ноги. Он тебе говорит, что мы должны все делать вот в ударе. Накатывать в ударе. Стой. То же самое здесь. Я за счет ноги бросаю. То есть я использую все тело против него. Тогда это будет эффективно. Еще раз переворачиваюсь. Если я чекал корень. Попробуйте вот это движение сделать правильно, не спеша, с использованием веса. Почему?